Одесса, Драконный базар, 23 января 2022 года. Собаки. Терри, девочка. А сколько Терри сейчас? 30-го будет 3 месяца. 3 месяца будет. И папа Декар, единошерстный щенок немецкой овчарки. Сегодня у нас 23 января 2022 год, Одесса. Вот эта девочка в продаже. Красавица. Ух, какая. Просто боец. Вот щенок такой вот, красивый, толстый. Это Тера. Это Тера. А Декара и Юты. Город Одесса этому ребенку скоро 3 месяца. Сейчас он тебе сунет. Декарушка, Декарушка. Вот такие щенки. Такой щенок. Так, может быть ваши. Это папа. Папа Декара. А мама Юта. Кавказские овчарки. Давно таких красавцев я не видела. Это 2 месяца, да, им? 2. 2 месяца. КСУшные с 2 прививками. КСУшные с прививками, с чипами. Да, вон телефон виден ваш. Я показать засунула. Еще? Давайте. Есть еще. Покажи девочку. Это вы с Одессы, да? По 9 тысяч они, да, у вас? 9 тысяч. А вы с Одессы, да? Да. Вот еще такая девочка есть. Вот это вот девочка тоже. Это мальчик. А это тоже девочка у нас. Да, огромные какие. Ой, такие галюзи, как поганки. Поганки, не поганки они, я хорошие. Не могу их поднимать. Сегодня 23 января у нас, 2022 год. Ого. Это у нас девочка огромная. Да. Это мальчик вот это девочка. Последний раз я таких щенков классных видела у Дробота. Да, были недавно. Да, я их снимала. В сентябре, по-моему. Но у него тоже класснючие. Кобель среднеазиатской овчарки. 4,5 месяца. Это кобель, да? Да. Ну, видно сразу, такой головастый. Головастый? Да. Красивый. Лопастый. Вот его родители. Да, папа, мама. А сколько вы просите? Прошу 10. Угу. Такого красавца, конечно, это недорого. Ну, у нас таких кровей нету в Одессе. Я привез кобеля, я привез с Харькова. Там есть знаменитый такой кобель. 120 килограмм веса. Красивый, а сколько уже деткам? 7 месяцев. 7 месяцев. А да. Вот это взрослый справа, это... Это 7 месяцев всем. Это же всем 7 да. месяцев? Да, это вот такой получился. А у них же типы, да, я так понимаю? Да, это экстрим называется. Вон тот, да? Правда. Да. 7 месяцев экстрим, а это стандарт? Это стандарт, да. Да. Но экстрим, конечно, великолепный. О, мы очень сильный, мощный будет. Шикарный кобель. От 1000 до 3000. От 1000 до 3000 долларов. Вот такая красота. Канифорсы, красавчики. 5 месяцев. Это девочки, мальчики? Два кобеля. Ну вот такие вот щенки есть. Головастые такие. Классные. Это с документами они у вас, да? Конечно. О, ты... А что там? Интересно. Что там? Какие головы красивые. 5 месяцев мальчики в продаже Одесса. Красавчики, бельгийские овчарки. Ух ты, какие бутматенькие. Да. Ой, какие бутматенькие лизушки. Ой, я облизу всех, облежу. Это уже месяца по 3, наверное, щеночку. Черные, шоколадные, палевые. Шикарные. Детки шикарные, конечно. Лизушка. Лизушка. Лабрадора. А сколько им сейчас? 3 месяца? 3,5? 2 месяца и неделя. Что, серьезно? Да. 12 февраля им будет 3 месяца. А можно телефончик ваш, да. И почем они? Я сейчас вот поснимаю, может. Эти черные по 400, палевые 500. Да, шоколадные. Продан. А, продан, да? Да. Вот фу-фу-фу. Спасибо. Это КСУшный, да, у вас? Да, КСУшка. Мопсик, девочка, 4 месяца. Вот, такая красавица. Хорошо, я поняла. Хасочки. 23 января 2000.
22-й год. Второконно была. И очень интересный дом, который поддерживает вот такие вот деревянные балки. Иначе он просто упадет.